Казани катки открыты и под крышами уже работают. Почем нынче прокат коньков и где ждут любителей лыжных пробежек, выясняла Карина Насрудинова. Предновогодняя лихорадка и в спортивных магазинах. Лыжи и коньки разлетаются быстро. Понравившуюся пару можно здесь же протестировать на искусственном льду. В выходные на мини-каток выстраивается очередь, рассказывают продавцы. Среди тех, кто решил устроить тест-драйв, и семья Минаковых. Итог – покупка сразу трех пар. Мне очень понравилось кататься на коньках. В этом году хотим как бы поставить его на ноги, на каток, чтобы он учился потихоньку, приобщался к спорту. Вот выбираем ему коньки. Очень хорошая модель нам понравилась. То, что ребенок, он с каждым годом растет, соответственно, и ножка у него тоже растет. И вот коньки универсальные, получается, раздвижные. А куда идти кататься? Если в приоритете комфортная температура, вне зависимости от градуса за окном, тогда на закрытый каток. В Казани их около 10. Цена билета варьируется от 80 до 150 рублей. На некоторых катках по определенным дням можно кататься бесплатно. К примеру, на ледовой арене Акбуре, что в Приволжском районе Казани. Для этого нужно заранее записаться у администратора и получить пропуск. Тех, кто любит катание с ветерком, на свежем воздухе ждут на открытых катках. Они есть в каждом районе Казани. Одна из самых больших площадок в центре города – это стадион «Трудовые резервы». Лед здесь не тает даже при положительной температуре. Специальный компрессор, трубу которого уходит прямо под лед, непрерывно охлаждают его. Час катания здесь обойдется в 60 рублей со своими коньками и в 100 рублей с прокатом. Подходящую пару обещают подобрать на любой размер. А в парке рядом можно встать на лыжи. В будние выходные праздники любители активного отдыха здесь ждут до 5 вечера. Взрослым прокат лыж обойдется в 120 рублей, детям скидка 50%. То, что пенсионный возраст, то, что немножко знаешь, что здоровье не очень хорошее. И поэтому я это... решила, думаю, наверное, надо с лыж начать. Энергия – это точно, а того, что я измеряю давление, у меня давление, какое я хочу. В Казани 6 официальных площадок для катания на лыжах. Их утвердил исполком города. Вблизи лесных массивов установили палатки, где можно перекусить, попить горячий чай или кофе. Там же можно взять лыжи на прокат. Еще одно место для зимнего отдыха откроется возле стадиона «Казань-Арена». Там появится бесплатный каток и концертная площадка с новогодней елкой. Здесь в ночь с 31 декабря на 1 января казанцы встретят огонь Олимпиады 2014. Карина Насрудинова, Адель Мендубаев, Ленар Хабибуллин, Вести Татарстан.